Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Свіданом. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Коли ми говоримо про співпрацю з нашими партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, в Білому домі заявили, що дозвіл на далекобійні удари території Російської Федерації не дасть Україні великої військової користі. Зокрема, про це сказав Джон Кірбі. Він каже, що думка, якщо ми дамо Україні далекобійні атакамси, то вони зможуть вразити авіабази і більшість літаків, які обстрілюють Україну, є невірною. Він каже, що 90% російських авіабаз знаходиться за межами 300 кілометрів від українського кордону. Так а що тоді виходить? І навіть тоді 10% Сполучені Штати Америки не дають нам знищити. Да, они располагались, как раз вся российская тактическая авиация располагалась в основном 300-километровой зоне. Дело в том, что это подлетное время, полчаса. 300 километров – это грубо полчаса подлетное время и за час выполнения боевой задачи. Туда-обратно, где-то того около часа, 40-50 минут, 60 минут за один полет. Это значит 3-4 самолета вылета в летную смену. Это вот стандартная работа российской тактической авиации, она такая была. И пока сопли жевали в Белом доме, Кирби всякие, Салливаны, Бёрнсы, Байдены, они же, это ж основные там у них, дали возможность россиянам перебросить российскую авиацию тактическую на более глубокий аэродром. Ну, то есть они сейчас на дальностях где-то 300 до 500 километров, где-то так, наверное, даже до 600, до Энгельса можно считать, то есть практически до Волги, до Поволжья. Россияне сейчас перебросили свою авиацию, у них увеличилось подлетное время раза в полтора-два. Из-за этого уменьшилось количество самолетов вылетов по некоторым направлениям, но это не касаемо, там, допустим, того же Покровского направления, а по другим уменьшилось. И дали возможность, Белый дом конкретно, это не американцы, тут не надо говорить, там, что с американцами. Нет, американский народ, американский конгресс выделил деньги, выделил, надавил на Белый дом, чтобы они все сделали, что нужно. Просто Белый дом, у них свои договорники. И пока Байден не уйдет, пока вся эта клика обамовская не засохнет, эти договорники будут удерживаться. Вот они всякими средствами пытаются не дать возможности уничтожить российскую армию, российскую авиацию. То есть уже всей этой байденовской крики, россияне должны дать каждому, тому же Кирби в том числе, дать героя России за сохранение российской армии. Они не дали возможности нам за 11-й год войны разгромить российскую армию на нашей территории, теперь не дают ее разгромить даже на российской территории. Это уже все понятно, и всем это понятно. Ждем, когда они уже уйдут, мягко так сказать, их уйдут на пенсию. Вот как так они засохнут, я думаю, тогда другие люди зайдут, у них не будет этих договоренностей. Вопрос в Обаме остается. Если Обама останется на управлении, так сказать, этим банкетом, то, естественно, он опять прорастет с этими договоренностями. Но здесь надо уже конкретно поднимать общественность, ту же Америку, американскую общественность, американский конгресс, о том, чтобы не дать возможности этому спруту обамовскому опять захватить новые системы управления и не дать возможности нам уничтожить российскую авиацию. Сейчас она ушла, вопросов нет. Но 300-километровые атакамсы, что не только для этого нужны. Они нужны и для того, чтобы уничтожать тылы противника. Склады, они же никуда их не перенесут так быстро. Склады, системы управления, военные объекты, инфраструктурные объекты, которые питают военные объекты и так далее и тому подобное. Куда там бить, там, поверьте, там у них, у американцев в этом смысле атакамсов не хватит, сколько есть на 300-километровой глубине военных российских объектов. Потому Кирби здесь кривит душой. А реально нам сейчас уже нужны, это уже из реалии, то есть дали возможность россиянам отойти на глубину 600 километров, 500-600 километров, значит, нам уже нужны ракеты с этой дальностью. Это Таурсы, это Джазмы для F-16. F-16 дали, не дали, мы с вами это полгода говорили, могут дать F-16, только ничего к ним не дадут. И будут они летать за воробьями или там за шахедами, и вот еще и разбиваться, царство небесное, нашим летчикам из-за этого. То есть получается, передача самих по себе F-16 без достаточного вооружения ни к чему не приводит. Потому, опять же, будем надеяться на то, что следующая команда, неважно, кого выберет американский народ, мы будем работать с любым президентом, хоть с одной партии, хоть с другой партии, нам надо
двухпартийная поддержка, она есть у нас в Конгрессе. Вопрос в президенте, ну, там есть определенные механизмы, как подойти к новым командам. Я думаю, они будут включены в повестку дня, и мы получим, наконец, дальние ракеты, те же «Джазмы» с 900 километров. И даже если россияне убегут уже за Волгу, это тоже возможно, нет, ничего невозможного нет. Уйдут за Волгу, будем доставать их там, а вариантов других нет. Пока мы не начнем работать по глубокому тылу противника, а я когда-то говорил, нам нужны даже не «Джазмы», нам нужны не только «Атакамсы», нужны и «Джазмы», само собой, нам нужны «Томагавки». Дальность должна быть наших средств поражения, причем ракетного уровня, до 2000 километров мы должны доставать до Урала. Уралвагонзавод и так далее и тому подобное. Все уральские заводы до Урала, вот эта европейская часть практически Российской Федерации, должна быть под постоянным огневым контролем, пока российская армия не будет полностью уничтожена на нашей территории. Вариантов у нас просто нет, иначе нас не станет. Коли ми говоримо про далекобійні ракети, президент Володимир Зеленський каже, що крім Сполучених Штатів Америки, їх може нам надати, зокрема, також і Німеччина, Франція та Велика Британія. Вони мають так ці далекобійні ракети. Роман Григорович, а чи можуть ці країни самостійно ухвалити рішення, от не чекаючи якогось погодження від Сполучених Штатів Америки? Поки не знаходяться в блокі НАТО, ні. Там є определенна договоренність об применении некоторых средств поражения и ответственность каждой страны перед другими странами за выполнение такого рода поставок, участие в боевых действиях и так далее и тому подобное. Более-менее свободна от всего Франция. Она самодостаточная страна, в этом смысле производит все и вся, от подводных лодок до ядерного оружия, свое ядерное оружие, свои носители. То есть она, в принципе, могла бы, допустим, решать как-то вопросы самостоятельно, но вряд ли она это будет делать, все-таки блоковость. И пока они не вышли из блока, они не выйдут, естественно, это одна из основополагающих стран в Европе по безопасности. Вряд ли мы без общего согласия, а пока оно завязано на Белом доме, на Пентагоне. А пока сидит Байден и управляет процессом, или там байденовская, это обамовская клика, пока нам не дадут этой возможности. Технически она есть. И скалпы из Торпшеду, скалпы британские, Торпшеду французские, Таурусы немецкие. У них же дальности основных ракет за 500 километров. Это, кстати, основная дальность поражения. 500 километров надо контролировать глубину противника где-то на 1500 километров для того, чтобы не дать возможность по логистике перебрасывать войска, боеприпасы. Если вы контролируете глубину до 500 километров, считайте, противник не сможет провести ни одной наступательной операции. Если бы могли 500 километров до Волги контролировать россиян, поверьте, они бы возле Покровской не топтались. Нечем бы было топтать, у них бы и лаптей там не было. Ну, лапти Аладдина, может, где-то появились бы на тачанках, но не более того. То есть, по большому счету, технически возможно, но политически на данный момент при Байдене точно нет. Вот есть надежда на то, что смена руководства Белого дома даст возможность нашим, в том числе европейским партнерам, помочь нам в этой задаче. Достаточное количество Storm Shadow, Скалпов и Таурусов есть, там сотни ракет этих есть, они могли бы выполнить эту задачу, но, конечно, основная все-таки надежда на «Джазмы». Их тысячи ракет произведено. То есть F-16 у нас уже появились. Выполнять задачу запуска ракет с этих самолетов наши летчики точно могут. Это не страшная, вернее, не сильно проблемная задача поднять в качестве первой разгонного блока самолет использовать для ракеты. Потому каждый самолет, каждый F-16 может поднимать два «Джазма». Две ракеты. Даже если у нас есть там, грубо, там эскадрилья, пусть 6 самолетов, даже там 10-12 самолетов эскадрилья, даже если 6 самолетов, это по 12 ракет в один взлет. Вы представляете, сколько? Да мы до Волги могли бы уже выжечь Россию, если бы этот вопрос был принят и с поставками «Джазмов», и с разрешением работать по военным объектам в тылу противника.
Але ми бачимо, що ця тема так далекобійної зброї, вона хвилює росіян, у них там підгорає, відповідні там заяви робить і Захарова, і зокрема Медведєв тепер заявив, що якщо Росія, що Росія буде вимушена тоді організувати санітарний коридор до Польщі. Роман Григорович, це знову ж таки пропагандистський якийсь схід, чи все ж таки є якісь ще кроки, на які може піти, ну от коли знаєте, говорять про ескалацію, тоді буде ескалація, а яка ще може бути тоді ескалація з боку Російської Федерації? Ну, санитарные коридоры они до Покровска не могут сделать. Вот они разогнались по Покровску. Политики наши там практически все сделали, те, которые сдавали Украину, мы как-то с вами проговаривали, в 22-м году в Стамбуле. Все эти Умеровы, Арахами и так далее и тому подобное. Так они даже не смогли россиянам санитарную зону создать, не поставляя вооружения на Восточный фронт. Это все мы видели прекрасно. Это сейчас хорошо вмешались наши партнеры, в основном, кстати, как раз европейские, британские, скорее всего, перенаправили, надавили, и мы удержали россиян опять силами, которые на данный момент не хватает. Но тем не менее, так они санитарную зону до Покровска не смогли сделать. Посмотрите, они хотели санитарную зону сделать перед Белгородом до Харькова. Ну и где они там, в Липцах? Или в Волчанске. Волчанская санитарная зона на агрегатном заводе, так они туда залезли, вылезти не могут с этого агрегатного завода. Ну вот, вот вам вся Россия. Щеки надувают, а по большому счету это просто пузырь. Пузырь информационный. Никто там никуда ничего не сделает, нечем там. Делалка еще не выросла, а та, которая была, уже засохла еще Советским Союзом. Потому ничего это чудо. Чудная Россия, так называемая, это, конечно, в скобках, ничего никому не сделает. А вот то, что подгорает, так однозначно. Представьте, по Волге начнут работать каждый день с каждого взлета по 12 ракет «Джаз». Или по Москве, допустим, вот там несколько беспилотников на эту капотню зашло. А если туда десяток ракет зайдет, капотни же не будет, имеется в виду нефтеперерабатывающего завода. Но самое интересное другое. Если его уничтожить, НПЗ, то дизель, бензин, нефть пойдут на Москву. Они же, она выше Москвы находится. Она подтопит там половину Москвы и выгорит. Жаль, что только не со стороны Рублевки. Рублевку жечь надо. Там треть израильтян, треть уже китайцев и треть еще россиян с фамилиями Ковальчуки, которые, если хорошо поскрести, так тоже израильтян можно поднайти. То есть, по большому счету, естественно, выгорит это вся эта ихняя межпуха российская, и им придется что-то с этим делать. Естественно, сдаваться. Что можно делать? Только сдаваться. Вариантов других просто нет. Понятно, что Путина повесят, за что-то повесят, найдутся, что его повесить. То есть, по большому счету, у России очень тяжелые времена впереди, если нам дадут достаточное количество дальних средств поражения. Вот это если как раз и есть таким камнем преткновения. Будем ждать. Ну, будем ждать только смены правительства, смены Белого дома. Варіантів других поки нет. А у президента Байдена, пишуть ЗМІ, ще є можливість надати Україні 6 мільярдів доларів, так у межах його повноважень. І якщо цього не зробити, то вони згорять тоді до 30 вересня. І громадські організації вже звернулися з відповідним проханням до Держдепу. Як ви вважаєте, якщо, власне, ці гроші є, і їх можна направити на допомогу Україні, чому тоді їх тримають? Ну, немножко вот путают, это немножко не те деньги, которые нам Конгресс выделил, это не 60 миллиардов, которые выделены там на определенное время для помощи Украине. Это не те, они 60 миллиардов не сгорят до 30 сентября, а эта программа есть каждый год, есть программа у президента, которую он может своим решением выделять определенные либо финансирование, либо военную помощь под свои программы. То есть, по большому счету, хватит одной росписи президента и 6 миллиардов. На 6 миллиардов, допустим, военной помощи мы можем получить. И есть эта возможность. И у меня такая есть надежда, что эту возможность все-таки Байден использует. Там уже под конец конденции или под конец ее выделения, по крайней мере, он это может сделать, или следующий, по крайней мере, также ее может использовать. Она же уже не один раз сгорала. То есть у нас эту помощь, которую он мог бы уже выделить и в 22-м, и в 23-м году, он не выделял по разным причинам, одна из которых, я уже говорил, о договоренности. Просто договоренности уже рухнули, мы их разрушили. Одно дело то, что у Байдена уже просто, Байден это хромая утка, и вся его свора ни на что не влияет.
А другое дело, что наши военные начали принимать решения уже исходя из той обстановки, в которой мы в тяжелую обстановку попали. Причем нам пришлось воевать на три стороны, на три. Против россиян, против наших белодомовских сопляжуев, вроде как помощников, ну уж видите какие-то, и против внутренней фронты, так называемой, которая не знает, как завернуть в юридическую оболочку то, что они договорились в Стамбуле в 22-м году сдать Крым и Донбасс. Вот мы чуть не потеряли Донбасс, отвлекшись там на Курское направление. Ну, мы-то с вами каждый день об этом говорили по Донбассу. Наконец обратили внимание, Нацгвардия подключилась, Нацполиция, то есть подставили плечо и поддержали этот процесс по остановке расползания россиян по Донецку. Но тем не менее не успели добежать до Покровска. Сейчас будем с этим что-то делать, впереди осень, зима, я думаю, дорешает. Ну, а от Байдена, ну, что от него можно ждать? С какой ноги встать? В принципе, у него уже никаких этих договоренностей, по идее, уже быть не должно. Он сам уже понимает, сам ушел с должности, и дальше их продолжать нет никакого смысла. Тут еще важна серьезность давления на Байдена со стороны Конгресса, со стороны уже американского сообщества. Мы же на него не надавим никак. Ему, что Россия по барабану, что Украина по тому же барабану, по большому счету, у него там свои проблемы и старческие, с одной стороны, и с сынком, с другой стороны, впереди светит довольно-таки серьезное судебное разбирательство, я так понимаю. Ну, он, может быть, не подсуден уже все-таки возраст, а вот коррупция по семье, там будет свои проблемы. Я думаю, может, у него есть вариант такой, может сделать так или так. Ну, будем надеяться на лучший вариант. Путін заявив, що Донбас є головною воєнною ціллю. А також він сказав, що говорить про переговори з Україною, але на основі Стамбульських угод. Путін заявив, що посередником у потенційних переговорах могли би бути Китай, Бразилія та Індія. Він заявив, що у нього з представниками цих країн довірливі відносини. Роман Григорович, а якщо, ну, знову ж таки, він говорить про цих посередників, так, Китай, Бразилія, в них там був свій мирний план, то тоді що, в принципі, буде із цим мирним планом, який пропонували саме ці країни, враховуючи, що з'явилася Курська операція, так, вони пропонували заморозку по лінії вогню, а тепер ми бачимо, що це, що з'явився Курск, ну, тобто, мається на увазі, чого наразі домагається Путін, на що буде тиснути, і як тут ми маємо себе вести? Ну, мирные планы там Китая и Индии – это больше декларации. То есть это не мирные планы как таковые, это примерно «мы за мир и все за мир, и давайте все за мир». Ну, примерно так это выглядит. А реально то, о чем говорит Путин, мы с вами сколько проговаривали эту тему, связанную с его задачами в этом году, да и вообще с его задачами как таковыми. Когда возникали вопросы там захвата Харькова, захвата Киева, Днепра, там, Запорожья и так далее и тому подобное. У него он прописал свои задачи в Конституции Российской Федерации. Он их просто прописал. Захват Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Крымской областей. Все. Крымскую область он захватил, часть Луганской захватил, часть Донецкой захватил, часть Запорожской и Херсонской. Но степ-бай-степ называется. Вот, попытается сделать то, что может. То есть захватить дальше. Полностью выйти на границы Луганской области, до сих пор не вышел. Луганская область мы контролируем, Макеевка ж Луганская, она под нашим контролем, естественно, этот клочок Луганской области мы еще контролируем. Большую часть основного потенциала черноземного, если можно так сказать, Донбасса мы контролируем. То есть вот сейчас россияне на поля начинают заходить. То они болтались на высотах, в основном это так называемый Донецкий кряж. Это старые горы. А сейчас они выходят на поля, на Донецкий чернозем, так называемый. Это вот Покровск, Доброполье, вот туда все, что на северо-запад. Это как раз уже совсем другая подстилающая поверхность. Потому у них эта задача, он ее подсветил однозначно. А вот тот план, о котором он говорит, так ему его предоставила наша делегация в Стамбуле в 22-м, я же об этом и говорю, в 22-м году, 27-го, марта 27-го, 28-го, 29-го они там топтались, договаривались, сдавали конкретно Крым и Донбасс. Причем это подтверждает уже очень много людей, начиная от Арахами и заканчивая, я так понимаю, Джонсоном, там кто-то, пранкеры его там подразвели, о том, что готовы были отдать Крым и Донбасс, причем без больших проблем, с барского плеча. То есть эта власть, которая сейчас руководит страной, с барского плеча, без проблем, Крым, Донбасс отдавала. Кемская область, да забирайте.
ну, они так примерно к этому относились, сами же не оттуда. То есть могли это сделать в 22-м году и не дали им, в основном военные, то есть не дали им общество украинское, донецкие не дали, крымчане не дали, потому что начали воевать. И, естественно, вся Украина поднялась и не дала возможности политикам сдать Донбасс. Мы же сколько раз об этом говорили. Умеров, Резников, Подоляк, Арахамия, там еще куча народа было. В основном это эти канцелярские крысы. Они его сдавали. И, естественно, они же только подписывали, то есть они же там предлагали, а подготовили всю эту сдачу. А это уже израильтяне, это уже их тема. Продали, скорее всего, Донбасс Крымом россиянам, а дальше надо было завернуть, естественно, юридическую так называемую уже обертку. Беннет и Абрамович тогда занимались. Они же занимались тогда этой платформой, именно они проталкивали продажу Крыма, вернее, сдачу Крыма и Донбасса, а наши вот эти 4 джигита сотоварищи пытались ее как-то уже завернуть. У Путина эти документы есть. Он в этом смысле, ну, смотрит с точки зрения подписанных некоторых базовых документов. Там четко прописано Крым и Донбасс, у него он почему и носится с этими документами, и он настаивает на этих документах. Давайте, вы ж продали, вообще, я вообще-то заплатил, я так понимаю, Путин же так видит это все. То есть он заплатил кому-то, Беннету, Абрамовичу, там кому он заплатил, из Арахами или там Умерову, заплатили они как-то эти деньги, естественно, или что-то еще. Естественно, он сейчас требует, вы же теперь мне отдайте Крым с Донбассом, а еще и сухопутный коридор он захватил, отдайте и то, что обещали, за то, что взяли. Вот эта проблема большая у нас сейчас. Нам надо их судить. Всю эту компашку, которая сдавала, и их руководителей, которые давали им команду сдавать тогда Крым и Донбасс, надо конкретно судить по 111 статье. Я до сих пор не понимаю, почему контрразведка этим не занимается. Почему они до сих пор ходят по Киеву или там разъезжают туда, а еще и руководят. Один фракцией руководит в Раде, а второй Министерством обороны руководит, третьего согнали, тоже все покрасил уже все. Согнали, то есть вопросы уже к нашей контрразведке по этой теме. Почему они до сих пор не отвечают по 111 статье за сдачу, за, ну, 111 это госизмена, так называемая. Романе Григоровичу, традиційно три запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, Курахівський напрямок для росіян може стати пріоритетнішим найближчим часом, аніж Покровський? Ну, они уперлись в Покровск, это уже один из приоритетов. Они уперлись в Покровск, очень глубоко зашли, им надо расширять фланги. На север у них не получается, там ракадная дорога не дает. Они сейчас будут пытаться двигаться на юг, но там не так. На данный момент Кураховский-то это общий Кураховско-Угледарский. Сейчас у них одна из задач – это попытаться зайти в Селидово-Украинск. Ни в коем случае нельзя их оставлять, потому что если они пройдут Селидово-Украинск, а дальше они начнут окружать уже Курахово и выйдут на Угледар с северо-запада, практически с тыла. И вот тогда у нас будет, естественно, проблема. Потому сейчас такие усилия должны как раз на это направление быть брошены. Заміна міністра закордонних справ Кулеби на Сибігу перезавантажить нашу дипломатію? Да чого воно там перезавантажить? Никакого там перезагрузки не буде. Почему? Что такое Сибіга? Это канцелярский виходец или виходец из канцелярии, который там несколько месяцев назад. И чем он был обозначен? Тем, что сразу подписал указ или там как он там распоряжение о том, чтобы прекратить консульские услуги украинцам за рубежом, там части украинцев за рубежом. Вот это то, что он сделал. Ну, так чем он, представляете, он украинскую диаспору за рубежом оттолкнул вообще от консульских услуг. То есть он в негативе в таком, что мама не горю сейчас на данный момент, его пропихнули в министры иностранных дел. Это то, что сейчас произошло в замена внутри правительства, это такой круговорот дерьма в исполнительной власти. Ну, вот примерно так. Они же просто провернулись, поменяли девочек, поменяли кровати, передвинули одни кровати с девочками кого-то к окну, кого-то к гальюну.
А в основном это такая утечка мозгов, произошла утечка мозгов с канцелярии. Главное, чтобы не утек вместе с мозгами крысиный король, потому что он может тоже перетечь в правительство. Это сейчас все видно, весь этот круговорот этих всех товарищей, он уже понятен. Они просто поменялись ролями, поменялись кроватями, кто-то выше, кто-то ниже, но ничего нового не зашло в правительство. Потому и, естественно, Сибига, ну, он в негативе. Он в негативе воспринимается сейчас везде и всеми. Но только то, что он выходец из канцелярских крыс. Ну, вот примерно так. Это единственная его заслуга, но так заслуга перед канцелярией. А вот если уже переход будет крысиного короля в правительство на место Шмыгаля, там, допустим, или на управление, на премьер-министра, а вот это уже будет такой серьезный вызов демократическому обществу в Украине. Он может привести к довольно-таки серьезным плачевным последствиям. То есть это уже будет, я бы так сказал, узурпация власти, потому что у нас три ветки власти должно быть, по крайней мере, сейчас у нас одна канцелярская ветка власти. И это очень плохо. Это негативно воспринимается обществом украинским, это негативно воспринимается, естественно, мировым демократическим сообществом. И понятно, что назначение Сибиги, выходца из этой канцелярии, оно негативно воспримется и всеми дипломатами в том числе. У нас очень много, толковых дипломатов, профессионалов, но их никто не назначит. Почему? Потому что они не лижут задницу крысиному королю в канцелярии. Вот где проблема. Потому кислицу мы не увидим министром иностранных дел, а увидим Сибиру, вернее, уже увидим. Заява Путіна про підтримку Харріс насправді направлена на підтримку Трампа? Ну, в основном, да. Я думаю, эта игра сейчас идет политическая, пробои всякие, или для того, чтобы потом можно было сказать, если Харрис выиграет, сказать, что вот, вы же помните, что я говорила про Трампа, с Трампом у него уже есть определенные контакт через того же венгра Орбана. То есть это же тоже уже поездка уже была. То есть по большому счету Путин пытается разложить свои интересы, будем так мягко в эфир, не будем матюкаться, свои интересы разложить в разные корзины. И вот видим в том числе и такие реверансы в сторону той же в сторону того же представителя от демократии Камали Харрис. Романе Григоровичу, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам, як завжди, за всі ваші цікаві відповіді, за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями та порадами. Це для нас надзвичайно цінно. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Роман Григорович буде вас чекати. Дякую вам. До свидання.